Ситуация с коррупцией в Томске вылезла наружу и стала публичной после того, как бывший руководитель областного управления по борьбе с экономическими преступлениями полковник Константин Савченко был задержан в феврале 2016 года при получении взятки от томского предпринимателя Андрея Кривошеина. Он просто устал от постоянных поборов полицейского начальства города. Далее полицейский был приговорен судом к 7,5 лет лишения свободы. Соответственно, арестовали только Савченко, да? Митрофанов ушел в отставку, до сих пор ходит у нас в свидетелях, хотя он взял больше, получил взяток от Кривошеина, и Кривошеин сдал его, его жену и его сына Тимофея, сдал полностью, об этом узнаем из средств массовой информации, сдал полностью всех, что они брали. У него взятки в огромном количестве, больше, чем Савченко, но он до сих пор свидетель. Следуя из показаний Андрея Кривошеина, генерал Митрофанов принимал непосредственное участие в преступных схемах Томска. Но, несмотря на это, спокойно гулял на свободе в качестве свидетеля, а Следственный комитет по Томской области и его председатель Владимир Литвиненко не торопились менять его статус. Кстати, Литвиненко и Митрофанова связывают давние дружеские отношения, а, возможно, и деловые. Или как можно объяснить, что уголовное дело, где фигурировал генерал 16 октября 2017 года, было закрыто? Возбуждают, я полагаю, что прикрывая Митрофанова. А если учесть, что у нас Митрофанов, вернее, не он сам, а его жена, самый крутой предприниматель у нас вообще, и митрофановская семья у нас, самая богатая семья полицейских, непонятно, каким образом заработав эти огромные богатства, да? Тем более в лесном... так сказать, лесной области они занимаются этим бизнесом, его жена, то, соответственно, начинаешь понимать, откуда растут ноги и уши. То есть, соответственно, если не возбуждается уголовное дело, значит, за это было занесено.